Ром, мы украли твои штаны и положили их в сейф. Пойдем быстро, открывай сейф. Ну, ему же нужны штаны, Ром, тебе же нужны эти штаны. Нет, там код — это дата. И это день рождения Питера Паркера. Ой! Это не день рождения Тома Холланда. Ром, ты можешь просто сказать на камеру, я не знаю, когда у Питера Паркера день рождения. Я останусь без штанов. Именно в киновселенной. Именно в киновселенной. Блин, я тебе отвечаю, что после этого ты навсегда запомнишь, когда день рождения у Питера Паркера. Потому что ты будешь бояться, что твои штаны спрячут все. Я знаю, когда день рождения у Человека-паука. У Питера Паркера. 10 августа 2001 года. Красава. А 13 мая 2022 года Рома узнал дату дня рождения человека.